Вот в клетке голубь гоняет голубку. Это означает, что он ее любит. Ну, мне открыть нельзя. Он бьет ее, пока она не смирится. Она не знает, куда бежать от него. Это так у них написано. Голубь с голубкой живут. Это означает, любит ее. Вот он. Гоняет ее, долбит. И гонит, все, загнал вниз. Все, она прыгнула вниз, догадалась. А там гнездо. И он ее сейчас в гнездо, пока не загонит, не успокоится. Сейчас смотри, он осматривает все, ходит, хозяин. Значит, второго этажа ее шип, а второй это выход наружу, мансарда. Все. Сейчас полезет внизу и проверит, где она там сидит. Видишь, какой деловой. Вот вернулись из храма. Время уже позднее. Ну, свет зажег, выпустил из коробки. Долго сидели, не хотели, потому что все остальные там на чердаке, там уже в голубятне спят. Но эти сидели в заперти. Никак. Пришлось палец скорее в подпол спрятать. На Никитина лежбище, а не на нем. Там палки придавливают, бумагу, чтобы не запачкать ничего. Все, пока. Давай, гуля, гуля, гуля. Вот они у меня вышли, вот на улицу теперь выпускают. Улицу я называю наружу, в комнату. Вон там сидит она, поела семечки, но не вылазит. Я за нее беспокоюсь, у меня тут... Второй наверху топтался, а чтобы бумага не взлетала, я его придавил большим ключом. Довольно тяжелый ключ-то. И вдруг что-то загремело. Он ее уронил, а та была внизу. Я не знаю, попал он или нет, но будто бы нормально. Ключ упал. Никак не думал, что он может упасть. Ну, как-то на край задел он его, и он свалил туда вниз. Он загрохотал. Ну, как будто бы ничего нет. Она и смотрит нормально. Давай, иди. Гуля, 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 гуля. Ну-ка. Ну-ка, давай. Вылазь оттуда. Гуля, 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 гуля. Вот он смотрит сверху ее. Муж. Давай. Вот она где. Вот та полетела, и он туда же сейчас. Должен туда же полететь, где. Она вон куда полетела. Ну, вылазь оттуда, вылазь. Гуля, 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 гуля. Ну-ну, давай. Давай, давай, давай. Ну-ка. Ну-ка, давай. Давай скорее. Давай. А то вон куда залез, за книги. Вверху. Любит прятаться там. Ну, что сидишь? Ну-ка, давай, пошли, пошли, пошли. Вот она, гуля моя, гуля. Ну. Давай, давай, выходи, выходи. Вот, назад повернула. Давай, оттуда. Я сейчас тебя рукой туда. Давай, ну-ка, давай. Ну-ка, давай. Ой, гуля моя, гуля. Вот она где. Все нормально. Выглядел. Не хочет вылетать из коробки. А тот сверху выглядывает. Ну вот, все, пока. Палю я в погреб спрятал. Все. Гуля, 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 гуля. Вот они носики только видать. А другую совсем не видать. Вот она сбоку. Вот крылышки как поднимает. Вот они на книгах тут сидят. Просвещаются. Но... В темноте там, и свет туда не попадает. Вот утром я их выпускал. Ну, там с 6
до 8 примерно. А сейчас вот 2 часа дня. А тогда дальше кошку выпускаю, голубей запираю. Сейчас палю запер, голубей выпускаю до 6. Вот, это он хозяин. Долбнул ее, и все, видно, что он хозяин. Он не подкаблучник. Голубь подкаблучник не бывает. Он всегда ее долбит, каждый день профилактику дает ей. Видишь, они у меня в коробке познакомились. В одно купе в поезде попали и в первую же ночь женились. Вот она. Это она подбирает, такая шустрая. Вот увидали, что открытая. А, открытая. Вот это да. Вот так. Я тут покрывало опущу. Вот они где. Я присяду тут, чтобы снимать сбоку их. Сейчас будут вылетать. Вот как она отряхнулась. Сейчас вылетать будет. Дверь свободна. На выход глядит. Она более любознательная и более шустрая. Но на него это не влияет. Он сильно все равно ее долбит каждый день. Заставляет послушание нести. Все, пошла. Он тоже посмотрел на нее. Так, она смело вылетела. Но я еще остался один. Делать нечего. Она показала пример. Ну вот, я сейчас их тут оставляю. Это они прямо надо мной. Совсем вот я медленно провожу. Это Володина лежбище. А это Никитин апартамент. И тут моя хата внизу. Вот, вот. Ну я тут только руку только чуть поднять. То лестница принес сейчас стоит, чтобы вечером в темноте выключает выключатель. Я раз и схвачу его. А теперь вот буду показывать, как мы брали их. Здесь окно, там пурга вроде бы начинается. Сейчас мы посмотрим. Переключу я на наружку. Ну да. Это я вот ветки привязал, их там поломали, я привязал. И видно, что они шевелятся. То есть это я уже вижу, что какая погода. На заборе их воткнул тут вот так. Видно, что уж и шевелятся. Сижу в избе и все вижу. Очень удобно смотреть. Ну ладно. Сегодня вот выставил первый раз вот эти вот, это светник духовный, пророчество Ветхого Завета Феодорита. Яна Кронштадтского начал выставлять. Дальше Ефрема Сирина. Ну, с этой стороны дальше начал Игнатия Брянчанинова. Вот духовный цветник.
Это Антоний Блюм, митрополит. Это мои беседы были с Александром Менем. Ну и дальше тут одна еще зашла. Голубева Екатерина. Это не все еще сейчас. Я один, неудобно. Ну и вот. А дальше отец Арсений. Вот отец Арсений. И Аввакум Протопоп. Сегодня, чтобы прослушать все, что выслал, 26 часов надо. Даже все выслушать суток не хватит. Но это не всегда так, бывает и поменьше. Вот так. Все, пока. Нажала лапами, и она выключила компьютер у меня. Голубь сел. Не закрыл я, виноват. Он наступил, держит, все выключил. Погасло все. Вот. Вот им нужно зайти сюда, добровольно, вот сюда. В ящик. Вот она одна была, семечки съела, улетела. Он никак. Она заходит, а он нет. Вот он сидит у меня на клавиатуре. Ну-ка, давай-ка с клавиатуры-то сойдем мы. Давай. Давай. Давай, давай. Вот мы сейчас здесь. Вот они уже пошли. Ну, а я свой тут клавиатуру-то ящиком закрою. И постараюсь опять отойти от них. Никак они не могут зайти туда. Смотришь, ворона достает из ящика, эксперименты. С голубями ничего не сделаешь. Глупая-глупая птица. Кто глуп, как голубь? Ефрем. Господь их называет глупыми, как голуби. Хорошая, прекрасная птица, а вот ума не дал ей Бог. Вот опуститься, тут всего 5 сантиметров ниже, и залететь там... Платформа такая, семечки насыпаны. Он смотрит, отворачивается и идет. Шаблонно мыслит. Никакого развития нету. Но это дикари уже рядом хоть находятся. Но обладает качеством, которого нет ни у одной птицы на земле. Возвращаться домой. И не весенний период, а в любое время. Почтовые голуби. Нет почтовых кукушек, ястребов, ворон, журавлей. Они слышат, я говорю-то, и голову вытягивают. О, второй раз залетела. И он видит, что она ест семечки, он никак не может слететь. Вот двое они были бы, это уже бы все. Это первый день, вот они, день прошел. Вторые сутки я с ними вожусь. Кошку в это время под пол палю. Рыжую с буской Надежде Васильевне отдали. А я с ним занимаюсь. Сейчас вот я их должен поймать, покажу, как ловим мы их. А та залезла, все поедает. Второй раз даю семечки, а этот стоит... Больше ее мужчина, голубь, но никак не слетает, не поймет ниже, как опуститься. Пробовал здесь приступок сделать, нагромождал доска большая, но это было очень неудобно и убрал.
То есть поесть семечки он хочет, но не может никак слететь туда. Вот я хочу показать, кому это интересно, поэтапно. Совершенно дикари. Залез ты там и закрыл окошечко голубям. Ну и их там сумел поймать, принес. Два самца было, одного пришлось убрать. А теперь вот самочка, видно, он ее погонял, и она с ним в одно гнездо залезла сразу. Вот здесь, вот в нижнем этаже. Вот крышкой я закрыл. Вот он выключил у меня компьютер, выключил. Какие-то кнопки нажал. Он туда залетел, кверху, к Володиному лежбищу. Ну вот больше их нету. Полка с книгами. Сегодня в два места вот этот трехтомник отправил, Володя понес. Все кончаются книги-то. На одном месте крыльями машет, потому что засиделись. Тренировка, гимнастика. Уже вечер. Я их продержал тут, наверное, с неделю уже внутри, чтобы они отвыкли от воли. Ворковать еще не начинает. Так, маленько буркнутые. А когда у нее начнется там яйца класть, она воркует тогда. Больше-то он воркует. Это она на Никитиной постели. А выше это доски Володина. Это Никитина. А вот это мое лежбище. Кровать. Я стараюсь не подниматься, сижу здесь. О, где-то видно тень ее одна только. Тень праведника. Всегда лучше, чем он. Грязи не видно на лице. О, я забыл еще принести, надо мне это. Выключай. Так, подожди, включи. Я забыл принести. Закрыть. Так, давай забываю. Ну что, голубки? Потому что это необычно. Надо подозревать еще. Монитор закрыть, от него свет. Вот, включай. Посмотри, как я делал. Надо поймать их, уже вечером загонять. Они вот никак, боятся залетать. Мне надо закрыть. Вот так теперь один снимает, а один там выключает. Давай. Так, держи. Включай. Выключай. На секунду включи, выключи. Так, еще раз. Так. Секунда дольше. Секунда дольше длится. Включи, выключи. Так, все, одного взял. Вот она. Сейчас я его снимаю.
его, чтобы семечки съели, я его здесь оставлю. Они уже не так не рвется из рук. Это похоже самочки. Вот она теперь. Я ее теперь сюда и закрываю. На время. На время, на время. Так, теперь мне надо до того достать. Он где-то здесь, с этой стороны. Так, выключай. Включи. Мне надо тапочки, иначе ноги режет это, вот это. Так, выключай. Так, подожди. Включи, выключи, быстро. Так, хорошо. Включи, выключи. Так. Подожди, не включай, не выключай, не надо трогать. Так, все, взял. Включай. Видишь, я куда залез? Меня поддержи. Ох, вот, скажем, всем занимаются люди. Вот он какой. Так, ну, что, успокойся. Да ну, я ж тебе не отдам. Вот им на ножку пришили им красненькую. Вот она, видать, тряпочка. Вот она где и там. Теперь я их здесь оставляю, чтобы семечки съели. Все, слазь оттуда теперь. Ну, смотри. Я вот отпускаю его вот так. Теперь закрываю. Маленечко не выпускаю пока. Чтобы они съели то, что здесь есть. Вот гвоздик. Все. Вот они. Сейчас сидят семечки. Они не ели долго, 4 часа летали. Никак. Я их приманываю, никак пока не ел. Ну, сутки только еще прошли. Тем более, когда брал, там, как говорится, мять пришлось. Там, в кучу, когда залетели, я в кучу их там выбирал среди своих голубей. Вот. А почему не белые-белые? Ну, белых у меня там совсем мало. И потом они не такие крепкие. А тут сильный перепад температуры идет, когда мы ножом много, да. И тем более здесь сидел, с вертлячкой болела перед этим. Я боюсь, микробы, может быть, попадут. А этим никакой нужды нету. Вот собаки на улицу бегают, когда. У них этой болезни нет, чтобы она задом виляла, на ноги садилась. Это собачья болезнь такая. Вот их голова выворачивается вот так. Все пока на этом. Давайте своими делами занимаемся. Они сидят, вот что там семечки насыпаны, и я их туда вниз опрокину. Все, открываю здесь монитор. Он работал, он залетел, раз, какие-то кнопки надавил лапами, у меня все тут погасло. Так, надо мне, видишь, какая лесенка. Это у меня на второй строительной там была она такая, а тут были как палати, и туда лазили. Спали. Спали там, Давыд у меня спал, Роман. Взрослых только 11 человек на 12 квадратах. И ни один на полу не лежал. Вот так. Я этих людей понимаю. Какое место не возьму, это, ну, выставляю. Вот сегодня выставил 12 роликов. Новые это. Это 26 часов слушать. Ясно дело, что это невозможно. Ну, когда-то. Мне надо скорее выставить, вернуться на прежнюю работу. Это новые. Там и Ефрем Серин, Протопоп Аввакум. Там Ян Кронштадтский, Ефрем Сирин, вот такие новые, которые это насчитаны в 70-х годах. Вот сегодня уже первый раз я выставил, завтра еще, и так, по 10-12 роликов каждый день. Ну, а потом опять вернусь, там Библия идет, Златоуст, Архипелаг ГУЛАГ, это которые ставлю я, моя проповеди. Сделали видео подавать там «Жития святых», и точно так же. Но там уже налажено шло. Теперь я дал указание в администрацию, больше мне ни закачку не делать, а пока я это не выставлю. А выставлю я примерно за 2 недели. Все, которое новое пришло, там небольшими. Беседа с Александром Менем, с Александром Шмеманом. Там беседы, это или что-то я их насчитываю. С Александром Менем, это в Москве, в деревне там его встречались. И тут будут встречи неизвестно чьи еще. Беседы были, отец Арсений насчитаны, все сейчас выставляю. Ну, они тут летают. А между прочим, как сказать, чем занимаюсь. Все. Это я, чтобы они туда не залетали на кухню, я опустил, положу. А которые люди-то нападают на любой вот это сегодня выставил, там, ну, сказать нечего, все равно нападают и матерятся. Или одни и те же меняются, или так, ну, просто гоняются. Но мне какое-то щелкнул только.
ну сколько, 2 секунды его нету, 2 секунды его нету. Проходит маленькое время опять, но те же слова все то же самое говорит. То есть человека одного на меня оттянуло ролик, и он где-то в это время пакости не делает. То есть я отвлек его силы с одного фронта на другой. Так интересно. У них ничего нету, те, которые говорят о пакости всякие. Я с детьми, приехали гости на крещение, они матерками. Опять сегодня выставили какое-то, мы что-то там, я расчет даю за работу бульдозера, и показано, как в деревне у нас там дальше делать. Опять матюгами, а это вы даете открыто. Ну, то есть, Бога не знают и просто не боятся. Такие говорят нехорошие слова, ужасно. Два раза держали, что можно сказать? Приехал начальник уголовного розыска, отправляю его. Тут ничего тоже не сказать, но злодействует. Всегда просят показать, кто говорил это, снимал. Входим.